В Верхневилюйском районе сегодня прошли выборы во всех муниципальных образованиях. В 18 наслегах выбирали глав. Выбирали также главу района и депутатов местного собрания. На должность руководителей муниципальных образований выдвинули свою кандидатуру 64 человека. В выборах главы района участвовали 3 кандидата. И 343 баллотировались в депутаты. По данным, на 6 часов вечера правом голоса воспользовались свыше 7,5 тысяч избирателей района. По состоянию на 6 часов в нашем улусе всего проголосовало 7580 избирателей. Это 67,60%. 100% проголосовали по двум УИКам. Это 82-й и 92-й УИК.